Не-не-не, братиш, 300-ка максимум могу. 300-350 максимум. Ну рассказывай. Потому что и делать здесь нечего. Здесь гуляют по улицам трупы, и их дамы одеты в деньги. Курят, чтобы не выглядеть глупо, или даже читают Коэльо. В вечном поиске счастья и денег мы торопимся что-то забыть. И живем потому, что мы верим. Верим в то, что нам нравится жить. Здесь времечко тик-так и все ближе к войне. Не за горами кадр, ты, сука, на дне. И вы давно купаетесь в своем вранье. Но мы же знаем, дерьмо не тонет в дерьме. Твоя сука хочет славы и липнет ко мне. Ты нахуй ей не нужен, ведь я на коне. Продолжая в том же духе, скоро буду в земле. Каждый хочет мне сказать, что я не в своем уме. Всем было наплевать, когда был на нуле. Они не признавали, что скруче в игре. Я рожденный в Панамера, сука, в черной дыре. Но со мной была удача, сучка, в черном белье. Ты хочешь продать душу, продай ее мне. И вот с тобой мы близко танцуем в огне. И все вокруг кричат, нихуя себе. Назад дороги нет, ты уже в игре. Детка Бигфорда в шнур, взрыв в темноте. Детка Бигфорда в шнур, взрыв в темноте. Взрыв в темноте. Детка Бигфорда в шнур, взрыв в темноте. Накрученные псы в сети по полубоги. При виде пачки нала раздвигают ноги. Теперь не за счет мамы купит себе уги. Он, сука, выглядит лучше твоей подруги. Папин фантом, у бабы фонтан. Сучка потекла, причем по всем фронтам. Здесь долго куплю, продам, нахрен даром отдам. Завтра будет пустой карман, ты уже не братан. Я трахую и трахал их всех без бабок. И плюс ко всему я совсем не подарок. У парней, что были рядом, остается осадок. И пока ты будешь плакать, я буду с нею краток. Ты хочешь продать душу, продай ее мне. И вот с тобой мы близко танцуем в огне. И все вокруг кричат, нихуя себе. Назад дороги нет, ты уже в игре. Детка Бигфорда в шнур, взрыв в темноте. Детка Бигфорда в шнур, взрыв в темноте. Взрыв в темноте. Детка Бигфорда в шнур, взрыв в темноте.
из этой нирваны простыми словами мы вьями. Это грязь, не асфальт под ногами. Ходим кругами, буксуем с долгами. Я поеду мозгами, работа ночами, мешки под глазами. Если падаешь не на татами, здесь даже женщины бой с кулаками. Каждый второй с синяками, сосунки с косяками, старики с сосаками. Всю боль не потушишь деньгами, пропитаны злыми деньками, цепляясь за каждый зубами. Еле сводили концы с концами. Это жизнь, это жизнь, мой никотин, мой никотин. Каждый день, как дох, еще один, еще один. Мы знаем, чего хотим, чего хотим. Мы знаем, чего хотим. Выглядят неуклюже. Они Японию не видели, но видели то, что им видеть не нужно. Седьмой этаж, улица Дружба. Мороз на окнах вяжет кружево. Курьер доставил на стол, поставили, распечатали. Суши огляделись, рядом женские перчатки. Канапешки, виски, шампусик, китайский салатик, серый гусь. Молодежь тусит. Квартирка чистая, Алиса с Люсей через тор мутит кислое. Объявления пролистывают, ребята смотрят зачистки и пизделки автомобилистов. Клубы дыма все на вейпе, в колонках шуршит паршивый синтвейв. Девочки на селективной косметике, мальчики с энергетиком, раскачаны синтетикой. Парочка притихла в туалете, петинг, шметинг, поцелуйчики, минетик. Минетик глубокий, ведь уже не дети, а палка залетела, как по парку на скейте. Там
участковый. Видеодомофоне, он похож на Пескова. Жалоба от соседей по дому. Под громкую музыку кто-то ссал с балкона. Алиса под Симпсоном в маске амурского тигра вытаскивает табельное у этого мудила. Снимает с предохранителя, вспоминая убить Билла. Первая пуля застревает в голове у Димы. Алиса кричит, я непобедима, сжимая БМ с полным магазином. Вторая пуля отрывает яйца Константину. Она кривляется, попался скотина. За диваном в гостиной скулит мастиф. Мент за холодильник застелил. В воздухе царит полный феминизм. Пули летят точно, как голы Гризмана. Мент метает нож, как икру мента. Нож девчоночки в икру залетает. Ей больно, но это не точка, а только запятая. Бля, ковролин запятнали. И тут начинается полный пиздец. Парочки из туалета лучше под венец. Любовь, морковь и сила колец. Благослови нас, святой отец. Но эти тела решили играть в героев. С ножницами мчаться вдоль фотообоев. Как Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо. С двух выстрелов Алиса крадет обои. И тут отдашь самое дорогое. Тут не уедешь на такси в Балагое. На плазме топурия мяукает далеко. Люси менту сейчас нелегко. Алиса ковыляет к окну и прыгает со словами: оп, такой вот нехуёвый доп. Она прыгает седьмого без парашюта. Нехуёвый получился шутер. Заветренные суши выглядят неуклюже. Неуклюже. Заветренные суши, вас не по кайфу кушать. Заветренные суши. Заветренные суши выглядят неуклюже. Заветренные суши, вас некому кушать. Заветренные суши выглядят неуклюже. Пацаны, объясните, пожалуйста, что надо сделать, чтобы... Заветренные суши, вас не по кайфу кушать. Заветренные суши выглядят неуклюже. Вначале на работу надо поустроиться. А куда устроиться надо? Нефтебаз, там автомойка, рэп-школу, там еще там кофе. Все, спасибо большое. Тебе куда надо? Садись. Чё, в сторону города? В сторону города? Давай, давай, поехали. Братиш, радио убери только. Повтори-ка ещё раз. Радио, радио оффни. А, там радио, что ли, играет? Да-да-да. Вообще не слышно. Я выключил для себя поэтому. От души, братиш, от души. В город именно куда надо? Да тачку забрать. Парковочка или там инкассатор, который в центре. Все, понял, поедем. Интересует оружие, что-нибудь такое? Не. У самого есть? Нет. Я только начал играть. Вообще не в переделах как бы. Ну, самозащита, она-то всегда нужна, братиш.
Надо было наверх, братиш. А, хотя нормально. Да. Спасибо, братиш, спасибо. Пожалуйста.
там этот Трэвис вонючий. Пошли. Здорово, Лука. Уезжаем. Здрасте. Отсюда. Поздравляю. Поздравляю, Лаку, от всей души. Я... Как тебе сказать? С другой стороны, я не хочу терять ни оружие, ни жилет, ничего не хочу терять. Кому, братиш? Кому-то? Да, вот я хотел купить вам. Сюда к стеночке ставлю пока. Такси, проезжай. Законами штата знаком? Чего-чего? Законами штата знаком? Да. Подожди.
Сейчас, секунду. Что ты говоришь? Есть у вас покушать неделю нее. Не, братан, только выпить есть. Да не сдохнешь, не переживай. Да постой спокойно, чё ты прыгаешь? Здорово, дорогой. Здорово, брат. Че там, есть вербовщики? Ну ты выйди за забор вообще-то. Ждем, вот парень тоже ждет к нему, вставай сюда. А, понял. Сеня, двое на набор. Я вижу. Ну я уже в рацию сообщил, никто не подходит. У нас там было фейсбук, да, это было четко. Рома, здорово. Чё, смотри, здорово. На набор двое. Уже в рацию сообщаю, никто не подходит. Не ко мне. Не ко мне. Да я понял, кому. Так, кто у нас беседование? Да, тут Алекс, вот двое, ребята. Мы тут. Давайте, вот один тут за мной проходите. Пока, подожди, тут первый пришел парень. А вы со мной тогда. Прыгай за мной, гражданин. А я, да, пошли.
Никита. Да, где ты скоп потерял? Да у меня, короче, это лагается. Продал, скажи честно. Вот он. Никитос, здорово. Кто тут еще был на собеседовании? Кто? Да, его отвели уже, не пока, Алекс. Отвели его уже, собеседуют. А, ну все. Так, что тебе говоришь? Ром. Мне нужно 11 штучек чаешных собеседований. Рома, держу в курсе, на Карину еще въебываешься 2 раза, и она скажет. Держу в курсе, это она только что сообщила. Еще 2 раза доводишь Карину, и она тебе скажет, держу в курсе. А когда я доводил? Ну, я тебе просто говорю, держу в курсе. И еще, может, от него? А, у меня вот одна была. Крис, это гостевая парковка. Что за бред? Ну, по факту. Впервые слышу. Ты можешь оставить, но как бы это гостевая. Блин, стой, у меня аномалия. Егор, купишь мне парковку черешню? У меня еще время не пришло. Я скоро уеду. А? Да, а нормально. У меня еще время не пришло. Окей, можешь не продать? У меня одна. Что ты делал? Ну, продай мне одну. Пожалуйста, мне просто очень нужно. Пошли до машины. Положи в багажнике, если не трудно. Бля, уже я скинул. Окей. Я ее поднять даже не могу. Да. А я поднял. А, нет, я не поднял. Она не берется. О. Все. Давай.
Здорово, ребят. Лично не приветствую вас. Здорово, здорово. Смотрите, мы сейчас подъезжали, там уже недавно. Ты, я понял, за спиной убери пока что. Что там, что там говорите, ребят? Идем сюда, отойдем. Приехали автомеханики 8-8 раундов. Да, излагайте. Можно поинтересуюсь, кто ты тогда? Я говорю, излагайте, я то, что хотели сказать, я охранник. Смотри, нам, короче, надо пообщаться, мы тогда с вами торговые порвали, да, нам просто надо сейчас пообщаться насчет этого еще, просто так почву пробить, понял, если наш, так сказать, глава управляющей компании захочет, если ваш тоже логистический это хочет, то торговый, если что, опять сделайте. А нам сейчас надо дать просто немного, так сказать, водных пулек, если есть, то есть семерок вообще не мало. Сейчас не время, сейчас все собираются, уже комплектовали всех, вряд ли что осталось. Если придете где-то через часик, там еще можно будет поговорить. Что, сейчас поставку? Да, сейчас только укомплектовали, ребят. Я понял, позор. Ну, ладно, давай через часик подлетим. Давай, давай. Спасибо. Обращайтесь. Долго-долго собирались мы. Я, блядь, на ФК стоял. А, ты нормально, типа, ничего не пишешь. Thank you.
Все нормально? Да, да. А что, самолет остановился? Да я искала, чтобы заехать куда-нибудь, где машины продают, чтобы выйти из магазина, она была как новая. Понимаю, ну поехали. Здорово, пацаны. Здорово. Привет, Егор. А чё там это, цены? Наценка 0. А чё, мы знакомы, граждане? Да-да. Но были чё, знакомы, блин, нас да. Не знают, что ли? Тик-ток, блин. Пиздец, нахуй, вообще не узнают нас. Ну-ка, ещё раз, ещё раз. Мы же с тобой знакомы были раньше. Ну давай, может, вспомню. Давай, может, вспомню. А чё, как братана звали-то? Да, давно мы с тобой здоровались. Да, очень давно. Наверное. Ты просто давно, наверное, имя не менял. Поэтому я так помню. Бля, знакомый, но я что-то не могу вспомнить. Ну ладно, может, вспомнишь. Главное, татухами забивайся. Да-да-да, вот здесь вот. А, ну это ну, тогда и было, походу. Кэшбэк может быть. Да-да-да-да-да. Все, вспомнил, пацаны. Короче, Маркус думал тему замутить. Набрать человек 30. И каждая 15-я татуха, то есть каждый 15-й человек. Don't you try.
Сколько там возможно? Ну хоть бы по-братски реально. А Молдова 10. Ну ну что это такое? Здесь же это ничего не стоит. Не, я не буду так делать, типа смысл. Это можно сказать. Это можно считать за то, что финку буду крутить. О, братан, а не хочешь скидку? Я сама статухи буду делать. На танк 0. Братиш, зеленки. На секундочку тебя можно. Слышишь, давай хотя бы 20% дискорд залетает. Нет, я больше 10 не буду делать дискорда. А что ты такой жмот энивал, слышишь? А ты как-то слишком халявы много хочешь. Да почему ты халявы? Ты своих не можешь. Сколько мы с тобой знакомы на амфизиатре, сколько тут завалит? Нет, если хочешь, можешь во втором забиться, типа. Так ты больше денег потратишь. Да ой, сон начал. Давай хотя бы 15, ну реально, что ты 10 всего лишь? Ага. Вообще, по идее, я могу его, типа, не делать даже, как бы. Ну, все равно, ну, для своих дешевков мы с тобой знакомы. Много знакомых через Карлан познакомились. Много общих знакомых, мы с тобой знакомы, понял? Я сейчас просто и кроссовки купил, и очки с босса взял. Я сейчас по деньгам 15 карт, а на карте я сейчас купил. And from now on you gonna bless me, Mr. Money Man, and play me. Thank you.
торопись, братиш.
оценки. Трэвис, здорово. Трэвис. Сейчас автомеханики проезжали, желтенькие. Хотели торговые отношения заключить. Что? А, желтенькие в Агасе приезжали, хотели торговые отношения заключить. Двое приезжали, ребят. Егор. Егор, да, Ромыч. Срочно нужно, пожалуйста, купи мне вот эту шляпу за 3 косаря, у него Госка 8. Да, мне этот не нужен. Слушай, сейчас эти приезжали, да, в Агасе, Рома, торговые хотели заключить. Я Трэвису сказал, я не знаю, что он будет. Заключить? Да, да, да. Окей. Потом. И есть просто тупо красная. Ты мне скажи, там какой цвет у маски? Розовый, я же говорю.
Че, вы кому-то, ребят? Или так? Что? Я говорю, кому-то что? Или так зашли? Вот так, просто так. Тупо прыгать с этого скелета. А что? Балкон. Что? Тебе не нужна вот такая вот шляпа? Нет, мне шляпа есть, не надо. Егор. Здорово, братан. Здорово. Слушай, Паплат у меня почти все засунул, блин. Честно говоря, что-то мне не нравится. Ты есть полномочия меня укрыть оттуда? Ой, не, братан, сегодня такой базар за счет этого был.
пятерку, короче, даешь там и уберут тебя. Не-не, на меня даже никто обращать внимание не будет, потому что я здесь не появлялся даже. Не, это не мне, это деньги. Проблема, хоть я тебе отвечаю. Отвечаю, я сам лично приеду, тебе пятерку занесу. Не, братан, деньги не мне. Блин, да уволь нахер, блин, я заебался. Я тебе говорю, короче, сегодня пацан 4500 давал, его не уволили. Ну, хорошо, кто здесь из главных есть? У тебя есть с собой наличка? Да я не хочу платить за то, что меня паштет по блату устроил. Я не хочу увольняться, еще и деньги платить за это. Ну, все равно так получится, походу. Давай, сейчас я позову. Давай. Давай у ёбы. Братан, можешь подсказать, не? Кто здесь? Да. Чё надо? Мне надо уволиться отсюда срочно. Давай 5к мне будет уволиться. Какие 5к? Вы чего прикалываетесь? Я пару раз не забил. Увал ПСЖ. Не-не-не, мне не надо так. По-другому никак. Эрик, не слушай его, подойди к кураторам. Так алло, увал ПСЖ 5к, его не уволят. Так он сам. Давай не начинай, слушай, Ром. Он вернуться, он может вернется, ему надо просто для чего-то, наверное, уволиться. Я правильно понимаю? Да, все верно. Ты надолго, если что? Тебе для медийки надо. Смотри, поищи куратора, напиши в рацию то, что куратор. А Лакон где-то здесь ходил. С Кариной он куратор был. У нас. Алакон, Марио, Чиф, Тесарян. Сейчас я посмотрю, подожди. Бля. Я, короче, Алекс. Нихуя. Ушло два зама, можно мне попробовать на Азию? Просто знаю. Да. Или вот Карина сейчас. Нет. Карина, добрый вечер, Карина. Карина звонит. Что-то Алакона нету, Марио тоже. Сейчас Робертус подойдет. Да, Робертус. Он меня поднимал до 5-го, потом что-то снизил зачем-то, я не понимаю вообще. Люди, купите мне черешню, пожалуйста. Салам алейкум, Робертус. А нет, купи, пожалуйста, черешню. Нет, я думал, ты Робертус вынос. Мирай, а ты, Егор, купишь хоть? Да я тебе сегодня покупал уже, Ром, мне самому нужно. Пожалуйста, купи, мне срочно нужно. Не, братан, я сам ради этого здесь стою. Мне завтра я тебе возьму, срочно. Сейчас я никак тебе всё, не... Давай, это... Что давай, такое, Эрик? Что такое? Быстро, пожалуйста. Робертус Джан, ассаламу алейкум, брат. Баровдзес, что такое? Уволь меня отсюда, пожалуйста, потому что паштет меня что-то сюда засунул, потом ты меня поднял до пятерки, потом что-то опустил, я нихера не понимаю, еще я должен штраф какой-то платить, просто ты... уволь и все. На какой должности у нас? Сейчас ты меня до пятерки поднимал, потом до однерки опустил. Ни хера не понимаю, уволь, чтобы я потом подумал, если что приду. Давай отойдем. Мирай, купи, пожалуйста, черешню, я от вас отстану.
пранк, но ты просто трудную историю жизненную мне рассказал. Так вот, видишь, ты, смотри, ты можешь сейчас совершить, короче. Да, 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 пингвинячий паштет. У которого мясо пингвинное, короче. Я, короче, блядь, я даже нихуя не знал, короче, блядь. Он взял, мне устроил. Говорит, охуительно, охуительно будет, а сам, короче, уехал куда-то. А что я здесь буду делать, я хуй его знает. Нахуй мне это надо, честно говоря. Да, ну иди в постарше, найди кого-нибудь, я не знаю, я не могу трогать. О, Эрик, здорово. Здорово, здорово. О, есть кто старше здесь? Старше есть? Подожди, чего убегаете? Да, есть старше у нас в штате. Увольте меня отсюда, пожалуйста, я хочу уволиться. А тебе нужно для того, чтобы уволиться, 5к, так сказать, заплатить. А прекращай, 5к, я по блату устроился, по блату уволюсь. Не, такого не вариант сделать. Не-не-не, так это не, так не работает. Работает. Не-не-не, будьте это, солидными людьми. Не, я-то чё, я не куратор, я не понимаю, я не могу не удалить. Я не могу тебя ни увольнять, ничего не делать. Я ничего не могу делать, ни увольнять тебя. А зачем ты, зачем? Я говорю, что у нас как бы есть в штате люди. Да, хорош, что? Это кто? Да побыстрее, быстрее. Да я не знаю, прогоните его. Он хочет, чтобы его до ИМС попустили. Вот, а сейчас подойдет. Блин, ну лидер, дайте поставить на место быстро. Вы-то с дороги отошли вы, бля? Вон Трэвис, это... смотри, вот хочешь к Трэвису подойди, но я буду не виноват, если он тебе что-то сделает. А, он уже уехал, понимаю. В смысле? Ты думаешь, я боюсь, что мне кто-то что-то сделает, что ли? Да нет. Ты такие вещи говоришь. Понимаю, братан, понимаю. А что ты решил уволиться-то? Просто если вы не хочешь, не отвечай. А потому что что-то до пятерки подняли, потом что-то опустили, а нихуя не понимаю. Что надо делать? Кто не даже... Ах, сука, чепуха. Сейчас, подожди. Свалите с дороги, да хорош. Вы что, вас сбивают, пацаны? Движух делать и какой-то штраф платить, честно говоря, тоже, ну блин, ну я поплатил почти, да, я понял, да, смотри, за то, что сейчас первый ранг, я надо заплатить мне пятерку, я тебя, блин, ну, да какая пятерка там у меня вообще, я не знаю, на бургеры, блин, там я не знаю, бля, нахожу, ну, я понимаю, да. А ты ежа? просто увольте и все, и потом надо, ну, будет, я тебе говорю, что это по правилам так мы делаем. Блин, ну без правил меня сюда засунули, без правил увольте, пожалуйста. Сейчас,
Алекс, ну, без правил тебя проще засуну. Сейчас извиняюсь. Делё, Джан. Делё, Джан. Ну вот, я говорю, типа... Типа, кто тебя платил? Да-да. Но из-за того, что его сейчас нету, блядь. Типа, вопрос сейчас, как будто ты обычно вступишь. Куда? Не понял, не понял, Алис, идём, сейчас отойдём. По-дружески. Да. Я тачку вроде не буду, возьми. Так, а его отвезло? Да. Слышишь? Ну вы же взрослые люди, нахер мне 5000 платить. Я так когда. Че, на рыбалке будет 3 часа стоять, чтобы 5000 вам заплатить. У нас поделался на 3 часа, похоже. Увольте просто, я потом с благодарностью приеду, тортик привезу и все. Я же адекватный чувак, и ты адекватный чувак. Реши, пожалуйста, а, Алис. Я уже не знаю, кому обращаться, честно говоря. Реши вопрос, пожалуйста. Подожди, я потом... Подожди минуту. Давай. Кому, кому, гражданин? Ну, я сейчас сюда приехал продать форму, то есть 5-го уровня доверия, также красная худи такое. Ну и сейчас вряд ли кто у тебя купит. Ладно. Чё ты, Семён, сюда пришёл? Иди обратно в РМ, блядь. Я вообще-то форум хочу продать. Да-да-да, форум. Ну в РМ, братан, пожалуйста, если ты сюда пришёл просто пообщаться, блядь, за пределы линии, встань, пожалуйста. Такие правила. Спасибо. Я смотрю. Да потому что, блядь, нехрен кидать АМ, блядь. Чё, подвёл, да, нас парень? А, чуваки, Алекса, позовите, пожалуйста. У тебя, браток, будет 7200 тысяч? Алекс. 7200 Егор. Чё? Алекса, позови, чё-то он убежал. Ща он подойдёт. Я тебе сразу сказал, братан, сегодня за 4500 не уволили, братан, поэтому... Они такие... Ну, да, ты смотри, я же... Да я всё понимаю, посмотри, я всё понимаю, братан. Но я тебе реально говорю, что я видел. Ну я понял. Егор, ну ты тоже адекватный такой, нормально. Ну, еще бы. Отвезите меня в эту, на штрафстоянку, я устал здесь стоять. Ща, братанчик, 2 минуты поедем. Две? Почему? Зачем две ждать минуты? Ну я жду, сейчас. Черешню. Пиздец, они, блядь. Мне должен, значит, все бросить, поехать, да, блядь? Нормально, блядь. Эрик, колокону подойди. Егорчик, ты позвал Алекс? Алекс тебе не поможет. Подойди к колокону. Да, уже все помог, Я хочу с ним это поблагодарить просто. Да, зайди тогда, что ты? А, или ты уже все? Я тебе объясняю, я уже все. А, ну давай сейчас. Это Алекс, подойдешь, он там этот тебя отблагодарить хочет. Кто меня отблагодарить хочет? Ну да, вот этот. Морфеус из матрицы. Ты меня звал, да? Алиджан, да. Идем, отойдем еще раз. Минута.
Давай, давай, чел. Куда пошел? Че там, брат? Че там, брат, сыщ? Что, да ничего. Сейчас попрошу, что вы делаете. Ну давайте тройничок уже. Может туда отойдете все-таки? Меня слышно вообще? Слышно меня? Давай, давай, чел. Куда пошел? Блядь, что происходит? Давай, 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 быстрее, быстрее. Вставай, вставай. Ну вставай, вставай. Не-не-не, не так. Неприличный секс, мэйл. Да, 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 молодцы, молодцы. Давай, я снимаю. Присоединяйтесь там, тройничок, пацаны. Здравствуйте, здравствуйте. Присоединяйтесь, здравствуйте, присоединяйтесь. Машина кто-нибудь продает? Машина кто-нибудь продает? Вон желтая нет? Стоит. Сколько денег? Двадцатка. Короче, там движок стоит, а стоит 22. С чем помочь тебе? Вот ты говоришь, нифига себе. А что ты ему не даешь-то? Он хочет, смотри. Он хочет с тобой. Он, а, ты по душе. Понимаю. Ну я это только если с тобой. А, на трафтенке можно собрать. Тебя довести? Да есть тачки, идем, я тебя довезу лучше.
бить, а, брат? Блин, что-то разозлился. Ну давай, давай, вставай, что ты. Помогите, убивают. Идем, поможешь, братиш. Она дает, короче, тройничок. Успокойтесь, девушка, успокойтесь. Братишка, успокойся тоже. Че там, братишка? Да хорош, ну ты чё? Чё-то они неадекваты, блядь, какие-то. Таксисты. Да, блядь. Слышь, слышь, она каждые 2 секунды заходит в автосалон и типа тачку ремонтирует. Она у нее не ремонтируется, блядь, она не может понять, что, блядь, она не отремонтируется, блядь. Я вообще в ахуе, что, блядь, там происходит, сука. Где он в тачке Бэтмена прокачу тебя? Сама поедешь за рулем. Идем, идем, выходи. Чё, братишка, тройничок? Mm-hmm.
Где он на моей лучше поедем, слышишь? Пасеки не надо. Че ты кого ждешь, братиш? Я никого машину хочу купить, а приехал. Вон ту желтую бери, продам. Там что-то багажник какой-то маленький. Да-да-да. Если ты что-то говоришь, то я не слышу, братич. Как терминатор, братан, смотри. Без остановки. Че, помогайте, пацаны. О, в маске такой весь из себя, братан. Он ничего не продает. Чем ты его маешь? Не знаю. Как-то она этот неровно стоит, по-моему. Что, продаешь? Продаешь эту машинку? Не продаю. А что, хочешь купить? Да, просто глянуть, что интересно есть. Вот, покупай, продаю. Да, таких денег-то нет. Да не, вон ту. Проедь, офигеешь. А, такая была уже подобная. Ну, как же вот. Ты не знаешь, что это за машинка еще. Чё, помогай, братиш. Да, я тоже туда еду, кстати. Есть на чём? Есть. Что, куда поехать? На Дель Пьеро. Пиздец ты, бля.
блядь, пиздец, развилка, сука. Где этот пирс? Да хуй знает, блядь, где-то здесь. Чё я там здесь должен? Что-то мы, по-моему, не туда, блядь, приехали. Мне кажется, что там где рыбалка. Где? Ну, слева, а где рыбалка? На карте слева. Бля, да, нижний, братан. Я думал, Чумаши. Я чуть не посмотрел. Я здесь вообще первый раз. Ну, я сюда привожу, нет, не таких, как ты, короче, все. Да, да, это там ниже, Чумаш. Ты сейчас на улицу идешь? Я вот сейчас батарейки ставлю, и ты прям выходишь, да, сразу? Или как? Я понял, ты сейчас на самокате уходишь, или ты еще не уходишь на самокате? Когда? А что, одна хочешь, что ли? Какую? Но со мной тоже она не поздоровалась. Почти доехали, блядь. Где, что, думаешь, слева или справа? Здесь, здесь, прямо. Не, они же на пляже. Да хуй его знает. Заедь на пирс. Да, он на пирс. Не, на пляже, братан, на пляже. Знаю, я видел на месте. Как шесть. Ну да, давай, полезем. Что-то я там толпы не вижу на пирсе. Туда выезжай по лестнице.
Гражданин, а сколько вот ты, который в красных трусах, сколько такая, типа, не знаю, татуха на лицо, да, я так понимаю, сколько стоит? А, паник. В БМВ в следующий раз. В БМВ въебись, я тебе сотку накину. Уфту, серьезно. Пацаны, 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 накину каждому по сотке, кто отпиздит эту БМВ конкретно, короче. Давай, сотку. Вы сначала отпиздите.
Простите, БМВ. Бля, это нереально, пацаны. Ладно, смотри, братуха, лобовуху ломаю, я тебе отвечаю. Надо, конкретно ее разбейте все. Так. Смотри, лобовуху уже ломаю. Хотите все по-быстрому хватить или попозже? Не слушайте его, он бомж. Кого я братуха тазер свой убери, ну в натуре, сейчас скала достанет. Это моя машина, бейте ее. Давайте сотку. Могу даже вот проехаться просто. Кого подбросить? Пиздим, пиздим тачку, пиздим. Сотку давай, братуха, зря же бил. Смотри, я вообще бью как терминатор, братан, мне 2 сотки. Стерео. Что, какие еще задания будут? Может, хватит мою тачку пиздить, пацаны? Херач, херач, я вам что зря деньги плачу. Ты вот этим СМГ, вот это мне ничего не даешь, понимаешь? Давай сотку. Садитесь, кого подброшу. Давай, я тебе подброшу. Братух, я его положил, ты давай. Ты как, понимаешь по-русски или нет? Бей, бей, бей. Братух, я убил пацана, давай 200 баксов. Я за это не плачу, я за мокруху не борчу. В смысле, я чё, зря его убивал? Я говорю, мою тачку нахуй трогать не надо. Лучше нет, бей, чем машину. С ним разбирайся. Да, братух, пусть он вам бабки дает, я не знаю, что хочешь. Не стреляй, ты чё делаешь? Нормально, нахер ты его положил? Блять, он его положил, что ли? Ну да. Ну давай, но по мне еще постреляй. А? По мне, говорю, постреляй. А потому что, блять, нахуй мою тачку я уже 10 раз сказал. Если вы не слушаете... Ну я последний бил, но стреляй, чё ты. Кто последний бил? Я последний бил. Карнавальная маска, удачи. Я в тебя хотя бы раз стрельнул. Так я вот поэтому я говорю, стреляй. Так я поэтому говорю, ты же меня не стрельнул, блядь. Я последний бил, ну, стреляй меня тогда. А вот в него стрельнул, потому что он продолжал пиздить. А если человек не понимает нормально, почему? Что надо делать? Ну давай, я тоже не понимаю, ёпта. Я тебе потом объясню, как это делается. Давай. Как ты мне объяснишь? Ну ты стреляй. Я последний твою тачку бил. А? Как да ладно, братуха, забей, ладно. Чё да ты... не, ну это не дело, братан, он сам просит, ладно. Понял, пацана ложить здесь. Это чё за дела, блядь? Да ладно, пофиг. Вообще-то просил я. Во-первых, просил пиздить тачку он. Да вообще без разницы, кто просил. Вы, бля, как два долбоёба повелись, бля. Да, мои чё, проблемы. Я вообще её пиздил по приколу, братан, мне срать там кто чё даёт. Разберитесь с ним, блядь, пусть он вам бабки дает, нахуй вы мою тачку. Вообще-то я ему уже по сотке накинул. Слышь, подожди. Как сейчас вас, блядь, нахуй. Ты пострадал от этого, слышь? Братуха, давай. Стоишь тут, ты пострадал от этого? Может, надо по-другому что-то сделать как-то? Пойдем вот сюда, так идем, громко пойдем вот сюда. Блять. Доктор, мне тоже можно будет помочь потом? Типа ничего страшного, чё? Бургер ну, есть у кого, пацаны? Мне не нужны деньги, братуха. Бургер есть? Или что-нибудь съедобное? Чё? Деньги, да. Ты тоже так себя ведешь, как будто тебе вот какой-то минус у этой тачки дает, если мне ее да, ты смотри, кто приехал тебя лечить, отвечаю. Я даже не пожалел, что ты мою тачку пиздишь. Да не говори, бля. Я еще готов. Я сейчас тоже буду. Что с типом? Тише, что с типом? Завалили нахуй меня. Девушка, мне тоже вот надо. Вот. Сюда, Питер. Что вас беспокоит? У меня солнечный удар. Еще раз. Солнечный удар. Что по КПЗ не имеется? Нет?
Ну, Джокер, ну поехали, ну, это машина упала. Ну, лучше вам обратиться в больницу, потому что старт очень серьезный. Успокойся, зачем царапать тебя? Давай, сейчас... желтенький, слышь, это я же тебя привез, да, сюда? Так, где вечеринка, братан? Алло, одно, блядь, цикливое, сюда иди. Где туса, я не дай пойму. Дай мне 21 на 1, пит, бедрила, блядь. Пацаны? 400 баксов. Тебя не говорю, вот подожди, на. Давай мы с тобой еще отойти вопросы хотели. Вопросы есть? Какие вопросы есть? У меня вопросы есть. Ты же хотел, да, отойти со мной. Ты же говоришь, в синюю пойдем поговорим. Ты же мне сказал, там шумно, давай идем, отойдем, поговорим. Ну я отошел. Да, я тебе сказал, потому что я тебя нихуя не слышал. Сейчас я тебя кое-как слышу, у тебя что-то со связкой. А, сейчас, подожди секунду. Так лучше будет? Да, хуй. А, да, я тебе говорю, пацана, зачем ложить-то за такую хрень, братан? Ты же не пострадал от того, что он тебе тачку побил. Смотри, объясняю одну ситуацию. Одну, такую... Просто понимаешь, я сейчас откат залью и все, блядь. Стой, стой, стой. Я предупреждал три раза. Не знаю, я не слышал. Сказал, не надо. Я один раз только слышал. Суть такова... Нет, стой, суть такова, что я тебе говорил, но он несколько раз говорил ему. Никто из вас не остановил, говорил это Никас. Давай, смотри, если ты говорил три раза... Другое дело, что я шмальнул пульку, думал, ну чисто вот, знаешь, хуй его, кровотек пойдет, и все, он поймет и остановится. А он нокнулся. Кто знал, что у него ХП мало? Ну так нужно было смотреть, прежде чем стрелять. Ну бля, я хуй знает, я взял просто пульку, сделал и пиздец. Ну знаешь, в ДМ знаешь, да что еще сажает? Что ты вот так вот случайно ударишь, а у него лоу ХП, и он с удара ложится, братан, и тебя в ДМ откидывают, знаешь об этом? А ты тут еще и стрельнул, блядь. Это не дело. А желтого-то за что? Тебя не слышно, гражданин. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Желтого за что, говорю, да. Слышно? Слышно меня? Блять. Слышно? Короче, если меня слышно, братан, тебя не слышно. Если ты меня слышишь, сбрось что-нибудь на пол и подними. Все, все, вот теперь слышно, слышь? Да. Все слышно тебе. Я говорю, желтого-то за что? Я говорю, желтого не я ёбнул, желтого ёбнул вот он. Вот. Кто? Вот он. Ты желтого, что ли, завалил, слышь? Пиджачок. Красненький. Желтенького за что? Пиздец, ты индус какой-то, блядь. Тебя еще не слышно, братиш. Да, алё, да, тебя слышно. Да, я его завалил. А что такое? Потому что он базарил. Что говорил, бля? Я не слышал. Он мне говорит, пойдем выйдем, я тебя порешаю, давай. И убежал. Ну я убежал. Сука. Да это бомжары какой-то, блин. Нахуй ты, блин, на него патроны потратил еще. Да ничего, я захватил. Это пацаны, еще побежал. Давай. Давай. А ты что, никого не убил? Я нет. Я вам деньги платил за то, что вы его машину пиздили.
Поймаю, блядь. Просто он до этого таксиста подговорил, чтобы он въебался в мою машину. Ты не поверишь, а я вас подговорил. Дебила, блядь, нахуй, поплыли, блядь, на лодку, блядь, решили побегать там, блядь. Этот долбоёб меня хуйнул, я в него хуйнул, мы оба там легли, ощутились, блядь. Очень интересно, ну, блядь, но ни хуя непонятно, блядь. Иди нахуй, ебало, завали, пока я тебя сейчас еще раз не въебал. Да хорош, вы чё ругаетесь, ребятки? Че, пойдем рыбачим, мы сюда че приехали, прям уже час, блядь, просто. Пойдем еще по сотке типа накинем, пусть на другие тачки пиздец. Это как это, да, короче, на трассе проститутки стоят, а тут, блядь, пацан садится нахуй, его грабят, блядь, потом. Типа то же самое, да, блядь? Че, девушку, да, попросим? Нет. Или она этот не говорит? А, девушка говорит, понимаю. Наверное. Класс. Поможете нам тачку вот эту одну разломать? А, он сейчас сюда ее подгонит. Подгони сюда. Я не занимаюсь противозаконными действиями. Ну, мы заплатим вам. Нет, вон она. Вон она. Че, она едет? Вот это, короче. Ну, это типа куришь. Вот так, я сейчас вам покажу примерно, как это будет. Я не буду все равно это... а ну-ка не бей, Мэсон Кинг. А, это твоя, что ли? Тогда бей Камри. Бей Камри тоже, не трожь мою. Выбирай какую, блин, ту или ту. Какую-то выбирай, одну. Вон там две БФБ. Куда тебе, по голове или по плечу? Мне? Чуть пониже. Чашка пока. Телесная. Прям в глаз, короче, свети. Две бомби такого. Заебал до движуха на мечте, новых людей подговариваю, чтобы твою тачку пить. Слышь, мой. И ты сейчас опять положу, отвечаю. Да не ругайте вы, чего вы ругаете, заебали. Я вам говорю, отвечаю. Помирите их, девушка, они ругаются постоянно, блядь. Вообще уже не могу. Да вот кто последний, короче, да тот лох. Знаете, как у меня бабушка говорила, кто кого чубит, тот того и любит. Да, я вот об этом же. Они сейчас а то прямо здесь начнут, понимаете? Осуждаю за данное высказывание. От любви до ненависти, как говорится. Слышь, она, походу, может стримит там, такой пидорас и пидорас. От любви до ненависти, как говорится, один шаг, понимаете, да? Ну, знаешь, главное, чтобы это один раз не пидорас, а второй раз главное, чтобы не понравилось. Осуждаю за данное высказывание. Короче, она к своим тачкам подойти не сможет, походу, теперь. Она чуть переоделась, братан. Думал, мы её не узнаем или что? Извиняюсь, ребята. Да, ты думал, мы тебя не узнаем в таком виде? Нет, мне просто на работу. Понимаю. Давай, оденусь, я долбану по твоей. Блять, баб за рулем это пиздец, блять. Эй, братиш, живой, чё она тебя сбила, что ли? Да. Ну, нет, сучка, блять. Чё там, где жертвы новые-то, ёпта? Пошли, покажу. Жертву сначала покажу, а потом пойдем рыбачить. Здесь она в ахуе, надо, говорит, тачку отпиздить. А чё за тачку? Да сейчас она сюда, бля, приедет. Чашки. Да ладно, всем это пойдем рыбачить. Да ладно, подожди, что ты? Идем на секундочку отойдем.
Кто там говорил, что-то там тайзер есть или что? А, не знаю, у кого. Я сам хочу найти у кого-нибудь. А чё, почём купишь? Ну, я не знаю, примерные ценники даже их. Ну, в среднем по пятёре. 5000 за тайзер? От 4 до 6 у него стоимость. Тебя не слышно еще. А, вот все слышно. Как-то жалко, но все равно. Ну вот, скиньте пополам, все, что. Че-то. Отскочим, отскочим, алло. Я тебя опять позову. Давайся. Давай за 4. Не, нихуя. Заебал. Пятерым, братан. Пятерым. Мне револьвер предлагали за пятерым. Не, надо было брать. Заебал. Пятера. Охуительная вещь, смотри, какая, бля. Ладно, давай, пятера. Давай. Только до банка надо. Поехали. На как, до какого банка? Я подъеду. Да, до любого. У меня там желтая это, блядь, стоит. Бэтмобиль, ты же видел? На том. Ну, вы погнали, меня отведешь. А, ну погнали. Чё, тебе правую руку? Короче, ребята, помогите, пожалуйста, машинку свою выдолбал, мою машинку, потому что на дно сел, как же, ни туда, ни сюда вообще. Ну, а где? Ну, это, братан, никак уже. Не, я пробовал, мне здесь помогали, я пару раз так заставлял. Просто она заниженная слишком. Совсем, как баклажан. И где она? Вот она, вот она. Ты толкни пока. Он бей акулу. Ну чё? Мне кажется, он не понял. Как суть задания? Суть задания — вытолкнуть вон ту машину. Чё, прям задание мне? Ну, кто из нас на машине? Не, я ещё пока думаю, ребят, соглашаться нет. Садись, поехали, чего он, блядь, от нас хочет? Чего ты хочешь, гражданин? Слушай, садись. Я, короче, я понял, хуй из хуй. Да, бля, не до тебя сейчас. Чего у него нормальная тачка стоит, чего он мозги делает, ну, бля? Меня слышишь, каждый? А, да-да, чё? Я просто в спецсвязи с этим, которым BMW пиздили, общаюсь. Да. Пушки есть обычные? Ну, есть. Чё есть, почём? Минусуем там оттуда. Так, ну смотри, есть ПДВшечка, СМГ, тяжелый пистолет, Давай по ценам сразу. Блядь, на семерках. Могу тебе дать карабин, ПДВшку и тяжелый пистолет сразу за тайзер. Не-не-не-не-не-не, мне за него не надо. 1700-1200. ПДВ-ха сколько? Тяжелый пистолет. А ПДВ-ха сейчас скажу. 2700. Так, что еще ты говорил? СМГ 1700, тяжелый пистолет 1000 и СМГ, который не типа УЗИшка, такая, за 1700. Тяжелый пистолет, сколько там патронов у него?
Я не ебу, я с него не стрелял, я его подобрал, блядь, на ВЗХ. Скинь, я посмотрю. У меня в машине. А, понял. А с собой чё? У меня все в машине, сейчас говорю. А, ну давай, ты снимай. С собой нихуя. Снимай, сколько надо тебе там. Блять, извиняюсь. Ты типа хочешь что-то мне купить? Ну да, там минусуешь там сколько, 1700, короче, я у тебя заберу пушку, короче. Сколько там? Какую? СМГ МК-2 тебе дам. Не, МК-2 не надо. Там что ты еще говорил, ты за 1700. Давай ПДВшку тебе отдам, ладно. Все, договор, 3300 дашь, все. Ну если ты мне за 4. Ну да, 3 штуки тебе давай, да. Еще полтинник патрон бесплатно. Да не, патрончики есть у меня, в принципе. А на семерках ты что говорил? Мне просто надо быстрее, мне сейчас надо ехать кое-куда. На семерках ты что говорил? На свадьбу. А, карабин. Он сколько? Пропустили. Поворот пропустили. Он 2700, это на семерках. Калаш или который фибовский? Карабин. А, мусорской, да, короче. Нам его выдают. Или фибовский, ему мусоров вроде отжимали, у меня 3 штуки есть. А эти, броники, чё? По броникам не могу ничего, у меня последний остался. Где твоя? Вон, Sky сзади была, около гелика. Не вижу. Так, тебе, короче, ПДВшку дать. Да, слева, справа? Да, вон там, в начале парка. Я тебя проебал. Где он вот туда? Все, я уже взял. Так, получается, я тебя поддаю. Подожди. Так, из меня еще 3300. У тебя нет места. Орешь. О, фонарик. Да нахуй ты его поднял. Ты чё, с голубеньких, блядь? Да, да, чё? Ну да, я там часто бываю. И чё ты там делаешь? Да мимо проезжаю. На желтенькой бесте, чтоб не гасили, пацаны, а то там... Придумайте еще себе, блядь. Ты фонарик тут просто так кинул, да? Да я не вижу его. А, я понял, ты подаешь по руке. Ты его забрал уже? Да, фонарик забрал. Там у тебя патроны остались. Да ничего страшного. А какие патроны? 17 штук, ну имею в виду в самой пушке.
Да, да ничего страшного. Ну давай, братишка, увидимся, приятно с тобой иметь дело. Давай. Давай. Если что, таблеточки там тоже звонят. О, давай, давай, стоп-бай, давай, идем. Дай ты номерочек на листочке потом. Ну, у меня не с собой как. А, ну давай. И давай, давай записывай. По ценам сначала, блядь. Типа 8 из 100. Ну, за сколько готов брать? Ну вот в таком пределе. За сколько? 8 из 100 в таком пределе. За 100? Не-не-не, это от количества будет зависеть. Если там одну штучку... А, ну да, если там... Ну да. У тебя сколько есть? У меня сейчас с собой немного, но я могу посмотреть. Не, а вообще, общее. Могу хоть сколько сделать, типа, в принципе. Типа, мне надо вести, не надо, чтобы постоянно с тобой возить по 100 штук. Короче, большие количества по 80, если делать будешь, я могу забирать постоянно, в принципе. Ну да, 20, короче, большое количество, давай. Да, понял, давай этот мои номера чиркни, только позвонишь позже, а то мы забагуемся с тобой, блядь, вот я говорю. Угу. 283-7278. Ну, вроде записал. Ну да, отойдем, вот гудок сброшу. Так, я давай тебя маякну, ты у тебя сохранится, да. Так, я тебе сейчас позвоню и сохранится, потом запишу, сейчас сразу поеду на мероприятие. Давай сначала мы обменяемся, там у тебя сколько с собой? Так, сейчас, блять, ломка ебаная, пиздец. Слышь? Чё там? 12. А. Ну за штуку отдай, чё ты? За косарь 12? Ну. Ну ладно, давай. Косарь, блядь. Все. Так, короче, сейчас смотри, я тебе смотри. Тоже отъеду. Короче, братан, я вот пока один стоял, и вот я сегодня целый день езжу, у меня ни разу не было. Я с тобой стою, у меня уже раз 5, блядь. Это заразная хуйня. Да-да-да. Я за тебе сделал. Ладно, полетел я, а то пиздец опаздываю. Да, цифры скинь. Давай-давай. Что там?
сука, бля, понимаю, блядь. Так, 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 а что происходит, граждане? Здравствуйте, общаемся, что? Вам машину починить? А обязательно вот так вот стоять? Может, руки опустите? Да нет, вроде опущено. Да у тебя руки за головой, братан. Я-то по-любому. У тебя есть тебе, да? Фонариком бегаешь в нем. Да я смотрю, он что стоит, это? Руки за голову держит, блядь, я думаю, помочь пацану, блядь. Нет, я не знаю, меня нормально все. Ладно, спасибо, дружище. Давай. До парковки добрось, да, механик. Сейчас, это, я дождусь, пока это 5 минут пройдет, а потом другую машину цель эту возьму, отвезу. Да до парковки здесь вон два шага. А видишь, уже все, не смогу довести. Да, поехали на парковку. Да, блядь, на ближайшую. На нижнюю? Не, на городскую, на городскую. Тебе не слышу. А? Смотри, вопрос, короче, это. Задаю, как ты мне говорил, этот, почему лагает так жестко? Вообще, больше 150 начинаешь ехать, ты пиздец, короче, ну, блядь, земля проваливается. У тебя, братан, ОЦ воспринимаешь? Да. Тебе проц надо менять. Проц не справляется. Об этом текстура думал. Не грузится. Я об этом думал. Оперативка, видяшка не поможет, надо... только проц. Понятно, у меня просто этот частота 3 стоит на проц. Какой проц у тебя? Название не помню. Могу посмотреть. Минимальный, блядь, i3. Если у тебя слабее, блядь, то... Я же как-то работаю и езжу. Давай сейчас я тачку заберу, подъеду тебе объясню, может, мы человека задерживаем. Давай. Спасибо. Жду. Слушай, этот, мне городская, которая верхняя получается. Сколько он ездит у тебя, слушай? По трассе, если так стабильно, 226, а так и 300, город 316. А по деньгам сколько он? Full тюнинг 100, за 100 можно ездить. Ну, блядь, заебись. Слушай, этот, блядь. А, все, моя на первом. Все, спасибо, братья.
Ты этот, слушай. У тебя до сих пор руки за головой, бля. Ты меня слышишь, братиш? Да. У тебя до сих пор руки за головой, говорю. Ага, понятно. Сейчас подожди буквально 2 минутки. Да, бля, времени нету, братиш, я бы подождал. Thank you.
торопись, братиш, я сдаю пока. Не-не-не, сейчас пока не сдавай, пожалуйста. Да я не сдаю, я тебе продать точнее. Почем? По 250. Сколько у тебя? Ну, тут 6 штук имеется. Давай на пол кидай. Они в багажнике. Тогда подожди. Все, на пол все скинь, я тебе деньги отдам. Давай через обмен. Так места нету, сколько это, блядь? Давай по две туда передавай. Я сам могу только две взять. Подожди. Давай, давай. Такие обменом или все-таки вроде? Да, 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 по две понял. Будем. Упс, откат. Сорян. Сейчас еще. Давай просто багажник открою, а ты мне как сорян дашь. Да нет, давай две передавай. Тайма. Так в смысле? Что за... Бля, пиздец, это вымогает. Нажимаешь, блядь, сука, вот свой вот воспринимаешь? Ебать. Ну чё, 599? Да ладно, чё ты? Вот такая же история, блядь. Так мне в том прикол, что я даже не нажимал по себе в голове, чтобы я открыл дверь и сел. Я думала совсем другом. Сколько у тебя осталось там? Братишка, не торопись, еще. Не торопись. Спасибо. Давай, это давай. Было не дело. Ты сливаешь, что ли? Я тебя не понял. Кого? Ты, говорю, сливаешь сейчас цену, что ли? Нет. Ты слил сейчас, братиш? Ну, одну, да. Ты, блядь, прикалываешься? Я, блядь, здесь знаешь, сколько стою? Чё ты сказал? Не мои проблемы. Блядь, ты охуел, что ли, братишка? Ты видишь, блядь, пацаны, блядь, стоят, нахуй, нормальные, блядь. Нахуй ты вперед лезешь, блядь. Если по-эльфийски говорить, то это ПРП, да, стоять у кого-то ядра. Ну, блядь, конечно. Отыгрывайтесь, если ты видишь, оно само, блядь. Сегодня одного бог покарал, так знаешь. Окей, стой дальше. Давай. Чё ты давай, конечно, ты, блядь, поришь, ты не видишь, блядь? Ты нормальный вообще, нет? Что такое? Братиш!
Мы, блядь, стоим, два человека, нахуй. Ты, блядь, берешь, блядь, продаешь, блядь. Это нормально, блядь, по-твоему? И че? Да. А почему это ненормально? Тебе сказали, не торопись, братиш, мы стоим, ждем. Ты слышал эти слова? Я не знал, что ты. Я не знал, что ты мне именно сказал. Ты ко мне не обратился. Блядь, ты меня сейчас за дурака, что ли, держишь? Я не пойму тебя. Видимо, так и есть, если ты меня не понимаешь. Ты давай лучше этот... По добру, по здорову, едь отсюда. Ну посмотрим, блядь.
Здорово, братан. Здорово. Ты сдавать или что? Кого? Или ты по рации? Да, сдаю. Бля, я хотел подождать, да, еще? И чё там, почём? 700. Чё, будешь давать? Ну, я жду. Чуть пусть поднимется. Ладно, жди, я понял. Там этот... Ты рацию не смотрел там? Не-не, я не смотрел, чё там. Этот, через минут 5 подъедь сюда, братан. Должны, короче, сюда, бля, приехать. Сейчас чёрт, короче, вперёд очереди залез. Он что-то кого-то там позвать захотел, или что там, хуй знает. Да, мне нечем тебе помочь. А, я тебя имею, понял. Все, все, не вопрос. Ну и что ты делаешь? Я цену посмотрел. А нахуя ты кругали выписываешь-то, я не пойму тебя. В чем? Я говорю, что ты кругали-то выписываешь, я тебя не пойму. Оттуда подъехал, блядь, теперь отсюда подъехал. Ну, блядь, уёбок, сука.
темноте, дочь, кто катается, скажи мне. Walk up.